взрыва осталось. 10, 9, 8. Лес опилка. Что-то мне здесь разведка не в дугу, по-моему. Я не умею плавать. Возьму глушил. У нас столько общего, давай поженимся, дебилы. Это вот перед тем, как они умрут, представляешь, что они пишут? Думаю, это вообще не ГЭС. Видео левое, воду мутят. Ага, видео левое. Делать нехуй кому-то, вот они левые видосы заливают. Почему по новостям мне не говорят хрень всю эту? В МЧС. Блять, у нас в Красноармейском, раз так въебало нахуй, блять. Подстанции, ебать, и хуй кто по новостям что сказал. В МЧС не подтвердили факт пожара на ГЭС, о котором говорят волгоградцы. Ну, раз МЧС не подтверждает, значит, можно спать спокойно. Мама звонила узнать, что ей там сказали, что цистерна. Найти и ликвидировать противника. Так. Ох, нихуя, сейчас не будет сюда. Надеюсь, затопит центр, и городище станет центром Волгоградской области, а со временем это центром Дели. Конечно, городище тоже. Надеюсь, городище затопит. Вообще, я не против, если Волгоград. Ага, тут будет мина. Блять, вот 100 километров, пацаны, а люди такое говно там в Волгограде делают. Ставлю мину для наших наркоприятелей. Не-не, это высоковольтное, это не понял. Меня прижали, кто-нибудь снимите, урода! Может, не все там такие. Дима, ты разделся! Пока я сейчас не увижу твою голую жопу. Диман говорит, еще не разделся. Ну так и чё? Я долго ждать, буду Да ладно, раздеваюсь, Фонариков нет, я спокоен. Короче, глушить нехуй. Есть сигнал с разведстанции, она скоро заработает. А где хышника сняли-то, я не обратил внимания. Ну, отвлекла немножко. Раздевайся. Ну ясно, я походу в этой игре, блядь. Качество. Походу сука тоже тут минами обложено. Мебели на. Так и просижу, блядь. Я мебель с дроном. А я мебель с глушилкой дрона. Дим. Пой нормальные песни. Давай, сиди себе. Разведстанция снова на связи. Дима, Дмитрий, на Беловежскую пущу похоже. Пой нормальную песню. Меня прижали! О, там подавили. Хуяся. Дрон в воздухе. Айфон. Какой выиграл, оба явиться в стрессе. Вот ты мажешь, а я тут загибаюсь. Остался один враг. Доведем дело до конца. А у меня, посмотри, не звонил, не помню. Просто я бы не услышала. А кто это? Да. Здорово, Сань, блядь, неудобно сейчас, давай позвоним. Добываю данные, а пока прикрывай меня. Хорошо, да. Обнаружены позиции противника. Есть сигнал с разведстанции, она скоро заработает. Я вам, блядь, какой специалист. Меня тут прижали! Застава, вот так. Здесь, ну я хоть стрельнул разок, хоть куда-нибудь.
О, за что 125? Где ты взял, Андрей? Не знаю, походу. Походу я читер. Дим, ты, блядь, издеваешься? Слушай, я сейчас правда тебе ремня дам. Пошел в ванну, прыгнул с голой жопой со своей. Сидь, ты играй. У меня сейчас глаз будет дергаться, нахуй. Куда ты там побежал? Ага, за другом, за своим. Я бы уже давно в ванной сидел, просто у меня ванной здесь нет. Я бы сказал, летать дроном, когда у нас преимущество в игроках. Подожди, я ставлю мину. Ставлю мину для наших наркоприятелей. Одним врагом меньше. Вась, ты что там делаешь? Один надо. Ага, тут будет мина. А то Капон сейчас всех перемотит. Сам себя въебал? Да, да. Вообще мужик, ебать. Это пиздец, короче. Какая-то не игра. Почему? А, 75? Андрюха, какой прикол от чефира вообще, а? Кровь гоняет, когда в камере сидишь очень долго. Все мышцы слабеют. Ну все. Даже того, что ты будешь заниматься в камере, недостаточно. Да, потому что ты же днем, ну, каждый день ходишь очень много, нарезаешь, а в камере ты столько не проходишь. Еще, если в маленькой... Ну, то есть как бы кровообращение увеличивается, да? Кровообращение, да, и за счет этого ликвидировать противника. Такой. В основном под разговор. Я прям чефир не пил никогда, просто... Выпускаем дрона. Ну, то есть еще подразделяются? Ну, да, там, купец такой, крепкий человек, купец. О, они уже где-то в центре пришли, на обычных ногах. Поддержали мину. Подожди, я ставлю мину. Держали вот тут еще. Я отошел. Они, конечно, решили зарашить. На быстрых ногах прибежали в центр. А кого-то я не нашел. Граната! Получай, сволочь! Граната!
осколочная. Жрите, суки! Ставлю мину для наших наркоприятелей. Осколочная! Дайте им гранату туда. Осколочная! Это добрый. Осколочная! А где он, в ангаре? Один внутри. В ангаре? Внимание, есть. Здесь действует противник. Один съебал, а он снайпер нарисовался. Один в ангаре был. Отлично. Граната, получай, сволочь. Хуя себе, я даже убил одного. Ага, тут будет мина. Разведстанция снова на связи. Меня прижали. Они себя выдали. Йоу, тут противопехотные мины. Какой-то бой, блядь. Тренировочный.